Во вторник губернатор провел встречу с вновь избранной главой города Кимры Ириной Балковой. Игорь Удыни поставил ряд задач по социально-экономическому развитию муниципального образования. Подробности двухсторонней встречи у нашего корреспондента. В ходе рабочей поездки Игоря Рудени в муниципалитет, которая состоялась 23 января текущего года, жители обратили внимание на необходимость решения ряда вопросов. В том числе на встрече с многодетными семьями города поднимался вопрос о строительстве бассейна. В ходе встречи с главой Кимр губернатор обратил внимание на ряд направлений, которым нужно уделять особое внимание с самого начала работы. Первостепенная задача – это сейчас прохождение осенне-зимнего периода. Это жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе содержание дорог, чтобы гражданам было все понятно, общественный транспорт, электроэнергетика. Губернатор также отметил, что приоритетом должно стать приведение города в порядок, благоустройство, ремонт фасадов, сохранение памятников архитектуры. Но и это не все. Среди направлений работы есть и другие, не менее важные факторы. Посмотреть взаиморасчеты с вашими контрагентами, которые вам поставляют, оказывают услуги, как вы с ними работаете. Развитие среднего, малого бизнеса, экономическое развитие – это очень важно. На встрече Игоря Рудени с Ириной Балковой также поднимались вопросы о развитии инфраструктуры возле железнодорожной станции, ремонте учреждений образования и улично-дорожной сети Кимр, поддержке в приобретении новых школьных автобусов и другие темы. Как сообщила вновь избранная глава Кимр, администрация города стремится выйти на новый уровень взаимодействия с региональным правительством. Муниципалитет активно включился в реализацию поручений губернатора. Подобраны потенциальные участки для строительства бассейна. Ведется работа по определению места, где будет построена новая детская поликлиника.